Всем привет! Меня зовут Зоя, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу показать, как в Италии моют и сушат салат. Есть вот такое специальное приспособление. Закладываешь туда салат листовой, промываешь, закрываешь и крутишь. Сливаешь водичку, и все готово. Но сегодня ко мне приехала моя подруга Люся и сделала мне подарок. Всем привет! Сегодня я приехала к моей подружке Зое и небольшой подарочек ей привезла. Новую центрифугу для овощей. Она имеет вот такой прекрасный, красивый. И она складывается. Замечательное приобретение, я думаю. Ой, спасибо, Люсечка, мне тоже очень нравится. Ну что, Люся, давай покажем принцип действия. Это крышка, это центрифуга и вот такое, можно сказать, блюдо. Его даже можно, я думаю, использовать для фруктов, для чего-нибудь еще другого. Смотрите, очень удобное. Закладываем центрифугу, кладем овощи мытые и сушим. И крутим вот так. Все. Оп. Удобная, красивая и занимает мало места. А теперь будем мыть салат. Я буду уходить и выброшу в мусор. У нас теперь есть новое, а старое мы выбрасываем. Хорошо, договорились. Вот я взяла немножечко салата на пробу. Сейчас я его вымою. Если ты держи нижнюю часть, я буду крутить. Открываем крышечку. Если вдруг салат еще мокроватый, можно сделать еще раз. Подожди, я сама покажу. Не обязательно при помощи кого-то, можно делать самой. Так. Ты же не всегда будешь. Все, салат получился достаточно сухой. Осталось его переложить в другую посуду. Полить маслом, посолить, налить лимончика, и салат готов. А еще я купила себе вот такую штучку, вот такой дуршлаг из семейства этой же посуды. Видите, он очень хорошо. А когда его помоешь, его очень легко класть там, где все тарелки. Вот такая у нас посуда на сегодня. Ну что, Люся, спасибо тебе за подарок. Очень приятно, что ты ко мне приехала с подарком. А мне приятно делать полезные подарки. Все, всем пока. Пока. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и оставайтесь с нами.